Всем привет! Ремонт BMW. Итак, машина у меня в мастерской. Капот, двери и задний бампер владелец установил другие. Перед владелец соберет сам. А мне нужно сделать. Исправить переднюю стойку и крепление дверей. Заменить правое заднее крыло. Для этого у меня есть донорская часть. Отравнять левое заднее крыло. Устанавливаю машину на стапель и затем разбираю ее. Хотя владелец многое уже снял. Итак, машина разобрана и стоит на стапеле. Ремонт начну с передней стойки и крепления дверей.
Передняя стойка сделана. Я ее немного зашпаклевал и загрунтовал. Это я сделал для того, чтобы маляры потом не снимали крепление двери. Теперь начну вытягивать заднее крыло. Это я делаю перед заменой, чтобы остальной металл встал на место. С вытяжкой я закончил, устанавливаю двери и переднее крыло. Выравниваю зазоры, проверяю зазор между задней дверью и крылом. Все отлично. Снимаю заднюю дверь и удаляю заднее крыло. Крыло удалено, равняю внутренние элементы. С донорского куска беру нужную мне часть.
Примеряю заднее крыло и выравниваю места соединений. Еще одна примерка крыла, но уже с установленной дверью. Чудненько. Снимаю крыло, промазываю кузовным клеем, устанавливаю крыло и привариваю его. Крыло приварено, места после сварки замазал грунтом. Немного герметика. Good. И последнее. Ремонт левого заднего крыла. Для этой работы буду использовать спотер.
Заднее крыло сделано, замазываю его грунтом и устанавливаю задние фонари и бампер. Итак, моя работа закончена. На эту работу ушло 36 часов. А на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!